Приветствую вас, друзья, на моем канале. С вами Михаил. И сейчас новое увлечение — это Battlefield 4. Я также не один, также с Лешей. Здравствуйте. Он будет играть, я буду комментировать. Ну и он будет так иногда. Посмотрим. Он вроде в нее умеет играть. Так что, что это такое? Ты за USA? Вот видишь, правильно ты сказал, я умею играть. Только начал, и наша команда сразу выиграла. Ха-ха. А почему ты за Америку? Я не понял. А тут это, не всегда, ну, нельзя выбирать конкретную страну. Тут да? Именно конфликт какой, да. Противотанк. Слушай, что это? Так, сколько у нас? 26 минут. Сейчас вот, через 30 секунд, следующий бой будет. Только начал. Ты опять на танке будешь? Смотри, я еще даже не самый последний, он 28-я позиция. Ну да. Ну и все, хватит. И смотрит так. Она просто шикотно, сейчас... Шикотно, блин! Она сейчас тебя разлижет, чтобы размякли ткани. И съест. И потом укусит, да. Она такая, я ее знаю. Блин, шикотно, офигеть. Так, что ты сейчас, на танке также будешь, нет? Ну, то есть с них вылазить можно и убегать, да? Да, я могу в них сесть и захватить также можно. Могу из них вылезти, да, захватить. А могу. Самолет? Или вряд ли самолет удастся, ну, сесть? Захватить нет, а сесть-то удастся, только я их водить не умею. Я тут, а вертолет? Сел просто... в самолет, а тут, по-моему, техники не будет, тут зима. Да? О, зимой кровос. Сел в самолет, короче, и даже взлететь не смог нифига. Я так и не понял, как. Тебя застрелили там или что? Нет, я просто не смог взлететь, я вылез пешком. Блин, а что, у меня руки что ли вкусные? Не знаю. Ну, фу, нельзя. Не, так-то прикольно, конечно. Он там трогает всякие разные хорошие штуки. Ага, наговоришь ты. А, вот есть какая-то техника сейчас. Вертолет, танк. Смотри, ко второй переключилась. Наверное, у меня супер... вкусные руки. Так, надо выбрать себе. Самое главное, чтобы она не укусила. Кого? Блин, вертолет. Ух ты, нам было тебе эти выбрать. Какие-то скутеры. Снежные. А там все, видишь, подобрали. Ты джип какой-то выбрал. Ох ты! Че там? По кому только. Давай, короче, снимай просто. Не очень вкусные руки. Извиняй, он забыл. Ну ты смотри, перевернуться не можешь. Вот смотри. А если перевернешься, придется выбегать, да, из нее? Вон. Вот так вот, прямо в лобовуху. Даже вылезти не успел. Красиво тебя, конечно, уничтожили. Сейчас я их бомбану. Сейчас мы этих пушечек подкатов накажем. Накажем? Давай. А то я видел, как ты наказываешь. Только выехал, бавах. Ох, да неплохо тоже. Зато в тебя не попадут так быстро. Улетел бомбардировщик врага, прикинь. Ох. Прикольно, слушай. Только смотри, не перевернись. И бах! Нет. Во, вертолеты пошли. А что ты? Попал? Давай добивай его, Лёха! Самое то. А стреляй из автомата, ты чё? Да? Ну тогда вот. А из базуки в этих парней если... Надо было стрельнуть. Хоть как бы разрывными задело. Там радиус попадания тоже небольшой. Да. Леша, ты пока там это, отдыхаешь, вот так вот тебе. Я же тебе сказал. Вертушка, все. Вертушка там с ума сходит, начинает в какую сторону вертеться. Эх, такую игру запалил, блин. Сейчас. Решил передохнуть. Сейчас. Давай. От первого лица. Плохо. Мне кажется, мы даже близко с телеком сидим. Так, хватит. Хватит. А что у тебя такой автомат не очень? Калаш нужен. Внимание, эхо нейтрализовано.
тут можно инженера, чтобы не да, разведчик еще блядь. Цель эхо теперь у нас под контролем. Мы против России играем. Вы вообще гады. Видишь, там написано. Ага, вижу, оружие. Так, сейчас план заплатим. Смотри, там сейчас выбежит какой-нибудь шальной дядя. И накажет вас по-русски. Опа, ни хрена он там. Мне кажется, ты к нему не сядешь, что он сейчас... Отойди от машины. Я взорву. Просто как в тот раз ты вышел, только видно, что ты... Бах! Упал, нет? Нет. Еще. Давай. Ну что ты сделаешь-то? Зачем ты вообще стрелял? Надо подождать, прицелиться. Вот типа того. Отлично! Надо его пострелять заранее. Вот он жив. Так, другие есть. Дороги. Вот, да, видел. Какие из базуки в него? Вражеский снайпер, понял? Ну, мне нравится эта карта. Стройка недостроена. Танки. Он уже, по-моему, это не поедет никуда, да? Ездил свой. Ну ты даже не можешь попасть. Ё-моё, из автомата. А из автомата ты сбить его вообще не можешь, да? Ну я могу пилота попытаться убить, но это вот, Лёш, он на тебя летит прямо. Всё, до свидания. Его куда ты нафиг? Против вертолета, против такой пушки начал стоять. Мне эта карта, честно говоря, не очень нравится. А, мне нормально, очень. Я не знаю, это, конечно, другие не видел. Во. Вот, ну-ка покажи, что это такое. Тоже быстрая техника, да? А вот перезарядить нельзя уже? Извини, братишка. У тебя 24 патрона так. А-а-а, сейчас меньше. Ну-ну, пойдешь. Спасибо, братишка. Это враг? Дави его! Все, подорвали, да, машину? Прячься. Отлично. Ах! Я же говорю, прячься. А, меня вижется. Это что за... А оружие можно, допустим, если ты убиваешь, брать, да, да, другое? Да. При этом можно тут, смотри, оружие модифицировать, как хочешь. Да. Калаш-то, чё с калашом не бегаешь? Так, бедра, стабильность, бедра меньше, урон больше. Так, не надо... определиться, какую пушку взять. Мушка. Гроза. Ну он гроза или калаш. Нет, гроза, не а, калаш ты не возьмешь, да? Калаша у меня здесь нет. Гроза не очень? Да, так, теперь настройка оружия. Использовать аксессуары, видишь, у меня. Аксессуары выберите сначала имеющиеся. Хоп. Можно имеющий. Мушка. Кобра-то получше будет, нет? Не знаю. Это увеличивает зеркальный прицел российского производства с меткой в виде Россия. Все-таки. Умеет оружие хотя бы делать. Без аксессуаров. Так, это что такое? Да, ну лазерный прицел с собой. От бедра увеличиваем. Это как ствол. Ковбой, да, от бедра стреляли? Хопа! Да. Вон у тебя от бедра, ну. Ну давай уже. Вот, а пистолет можешь помощнее выбрать? Вот пистолетов этот. Пистолетов они не открыты. Самый мощный, который открыт. Еще. Так что вот так вот. Ну давай, покажи класс уже. Люди ждут крови. Если бы я мог эту кровь им дать. Ах. Ну вроде отдал. Пару раз. Лазерный? Что-то я не вижу лазера. Ну, не лазерный так-то. Прям такие ли... Единый в Арктике где-то. Стой, это мой снегоход, подожди меня. Так ты его застрели. Ну что ты? Стой! Хочешь, блин,
принципе, да. А зачем здесь снегоход? Пешком не привыкать? Да пешком, знаешь, как далеко бежать. Вон он, вертолет горит. О, уже не придется бежать. Вон снегоход. Давай. Только смотри, что парочка этот патрон в тебя не прилетела. Вот так вот. Сзади, да? Вот. Ах ты, твою медь! Почти, да? Надо было немножко ниже. Ну, красиво, конечно. Слушай, они бодаются, это свои на свои, да? Я говорю, тут все-таки покрасивее сделано, чем... Танки? Нет, там тоже, там как-то по-другому видишь графика. Там более реалистичнее, мне кажется. Ну тут машины, они не очень выглядят по сравнению с танками. А, вид красивый. Ну что ты? Подожди, подожди. Давай, давай, играй пока, Лёш. Играй. Здесь еще буран так прикольный. Потом я попробую на этой карте. Правда, я вообще в эту игру не играл, но все же. А, без разницы. Уходи от танка. Леша. Уходи, говорю же, да что ты, блин, епат. Не умеешь ты. Так, что? Так же прицеливаться, стрелять. Что то же самое, когда так. Ну. Сейчас все будет. Оружие выбирать. Так. Ой-ой-ой. Оружие только вот это вот и белый кристаллин. Ага. А нахрена мне мины, кстати? А, от танков. А как враги выглядят? Красным не помечается? Я просто... Опа! Мимо меня проехал на этом, на снегоходе. Но я буду пешком, прикинь, бегать. Слушай, может мне заранее базуку лучше взять? Ты опять какую-то всячину ешь. Непонятно. Так. Я тут стратегию подбираю. Так, Лёш. Синие мои, да? А врагов я вообще не вижу пока. Вот там мигает что-то, это что такое? Это точка, которую нужно захватить. Которая синяя точка, это твоя. Понял. Ой-ой-ой, это что такое? Это бомба? Нет. Блин, промазал, промазал. Очень долго лечить надо. Так, я не пройду это, пройду. Так, сзади кто-то шмыляет по мне, нет? А вот там парни бегают, вот эти вот. Базара нет. Уже понял. Ах, парочку пульс лопотал. Ладно, радуйся, радуйся. Неплохо, неплохо двигается. Сейчас тебя шибанут, нет? Шибанут. Так, все равно надо заранее. О-о-о. Машина. Как мне садить треугольник? Вот так. Так, менять камеру как? R3. Поехали. А, подожди. Квадрат также выходить, да? Да. А стрелять как здесь? Это сейчас, короче, тебе кого-то надо было посадить, чтобы... Ну и просто я добираюсь на ней, да? Вау! А задавить я только людей могу, да, на снегоходах еще. Так, мне его надо захватить. Слушай, это враг, нет? А, это наш. Уже ближе, да, вот сейчас, чтобы стрелять. Захват флага пошел, не уходи от флага. Как там они подумают? Так, где на карте враги, я просто не вижу. Там все плохо. Там все плохо. Вот этот вертолет наш. Все, сиди с машиной и едь дальше. Серьезно? Давай, 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 давай. Гони, гони, гони. Вертолет не мой, да? С базуки. Давай, выходи!
Леха, подожди. Я видел, как ты лупишь. Ага. Он быстро, он, смотри, двигается. Тут вариант, либо ты попадешь, либо просто умрешь. Ты в любом случае умрешь. Понял. Или как герой, или как и, это. Да, либо ты попытаешься что-то сделать. Все, понял. Ух ты, смотри, какие машиночки. И что, мне в них ехать? Это почти что топор. Нет, я на него сядешь. Так. Мне надо поменьше бы что-нибудь. Вон он, красавчик. Стой, снегоход. Дальний свет. Л3 нажимаем. Ага, понял. Зажимать ее или нажимать? Нажимать. Так, подожди. Не знал. На снегоходе будет? А вот вертолет? О, вот это что он кидает? Это чтобы в него не попасть. А, понял. То есть... Ладно. Цель эхо нейтрализована. Как думаешь, там кто-то есть? Подходи, помоги захватить. Ты в зону попадешь. А там кто-то есть? Я просто не вижу. А, вон. Все. Так, с кем он там воюет? Где? А, это огонь, мать его! Это огонь меня поджарил, да? Нет, там кто-то есть. Во-во-во. Блин, я же в него стрелял, какого хрена? Пролетело мимо. Что тут с прицелом-то? Ай-яй-яй, я так хорошо шел к победе. Как нам, к успеху? К успеху шел. Так, надо этот буранчик. Придется на трахонник гнать. На другую карту, это неудачник. Да? Ну сейчас давай я сыграю, и потом выберем. Или закончим, наверное. И да, чтоб серию, потому что пока выбирать, это тоже время. Зрители ждут, какой там мешки еще, какие-то баулы. Все-таки графика на компьютере лучше. Ну понятно, видеокарта. Если ты сравниваешь с топовыми компьютерами. Ну тут в принципе. Сейчас со скалы справа. Вот это вот справа. Я спрячусь. Давай, выходи, блин. Фриц поганый. Тут не танки, тут другая там. Ну да. Где он? Леша. Его нету, да? Вот точка Е, ее захватить. Восток от вас, броневик противника. Вон там, да? Ух ты. Цель построк нейтрализована. Ладно. Ехали. Там, надеюсь, выход есть. Махушка будет. Вот точка. Вертолет. Все уже, походу. Наши, да? А блин, какого хрена? Ты видишь их, нет? А вон. Цель эхо теперь у нас под контролем. Все, его походу убили. Меняй на автомат. Насколько это вообще малоэффективно. Понял. Надо не хочешь, то есть разброс. Мой грузовик угнали. О, это что такое было? Это бомбардировщик, допустим. То есть я вовремя ушел, да? Да. Вот это плохо. Красавчик! О, молодец, Миша. Первая кровь! Первое убийство. Вот это плохо. Ништяк, спасибо! Лучше с автомата. Кажется, там легкая твоя машина на восток от вас. Твою бить! Какие там люди, меняй на автомат, быстрее. Все, вот перед тобой. Я тоже сначала стрелял. Как гранату кидать? Так ты скажи мне. Паладин. Он мертв. А вот это вот. Нет, это флот. Нет, не мертв. Ни хрена не мертв. Он справа. Где? Где же ты? Это
А вот это что такое? Это наш лагерь, типа, да? Флаг, да. А, что, понял. Короче, пока точки захвачены, чем больше точек, тем больше очков тебе начисляют. Но за каждого убитого игрока очко убавляет. Нашего игрока убили. Да. Так, с кем он там стреляет-то? Все. Фу, блин. Я со всех сторон подбираю. Это хорошо, братцы. Ты можешь, кстати, залезть в тот броневик из пулемета и фигачить. Он будет водить. О-о-о, это что такое было? Это не мина, случайно? Лево, 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 влево разворачивайся. Почему влево? Сейчас лево стреляю. Там вот. Так, здесь какой-то бронетранспортер. Вон, вот это? Да. Ага. Выше, ну. Все, это нет. Цель Браво теперь у нас под контролем. Уходим. Уходим, Байка. От вас вражеская машина. Давай! Держи. На этой же карте. Заинтересовало, да, даже? Неплохо я его, неплохо. Неплохо я в него нацелился, но не стрелял таки. У тебя другое оружие? Откуда оно такое? А. Там кто-то бегает. Гранатку кинь туда. Там броневик, да? И чё ты из базуки не хочешь его? Так, добивай гада. Это винтовка. Что ты, блин, против... Ну, да уж ты. Я против вертолета, ты против транспортера, блин. Неплохо. У меня хоть шансы были там убить кого-то, у тебя-то... А, ну, если кто вышел, то... Если... Какая пушечка. На слонов только. Макс? На крышу можно лезть, да? Так, кто-то тут, кто-то. Там бронемашина противника, точно к востоку от вас. Где на вон в эту хрень? Давай. Блин, все-таки из мышки много проще. Это просто маньяк какой-то. Давай, ну что ты? Спасибо, выручил! Вон там бегает дядя. Снайпер? Иди тогда. Против снайпера, я думаю, у тебя шансов нет. Молодец. Надо тут бежать было, есть куда. А это враг же, да? Можешь захватить его? Все. Серьезная махина там. Только знаешь, у тебя не класс. У меня жизни 29. Он вернется, да? По крайней мере, пушка-то дай боже. Это пулемет или просто? Понял. Не вижу злых парней. Вот здесь могут быть, да? Это пещера какая-то. Логово, логово. Вижу снайпера, к востоку от вас. Сейчас ты уронишь всех. Вот здесь дядьки плохие, 100%. Вертолет. С вертолетом, блин, шутки плохие. Проверь, да? Ну, в следующий раз другую выберешь. Доиграешь, вот сейчас шматку в голову получишь. Вон там, две дядьки есть. А свой. Нет, а ну, броневик. Вертолет, беги, Лёха! Все, походу. Ну что?
друзья, всем спасибо, кто нас смотрел. С вами был Михаил и Алексей. Пока, ребят. Вот, в общем, кому нравится, пальцы вверх, комментируйте. Ну и всем пока.